Христос воскрес! Поздравляю всех своих подписчиков и зрителей моего канала со светлым Христовым воскресением. Будем все радоваться пасхальной радостью мира и благополучия в каждый дом. Я хочу показать пасочки, все-таки я испекла, конечно, я показывала мясные блюда. Испекла Пасхи, покрасила яйца. Покажу Пасхи свои, пасхальную корзину. Вчера Коля ходил, освячивал Пасху. У нас недалеко церковь есть. Есть в центре, но там очень-очень много людей. А тут такое, в основном местные жители в эту церковь ходят. Очень хорошо. Вчера с обеда вроде до 8 вечера светили корзиночки пасхальные. И сегодня с 5 утра до, не знаю, до обеда, наверное, освячивали. Так что все люди, кто хотел, осветили свои пасхальные корзиночки. А мы сейчас будем обедать. Покажу наш обед, что у нас на обед пасхальный. Достала Пасхи из духовки. Вот. Немножко поворачиваю. Чуть остынет, и глазурь у меня готова, белковая. Вот видите, и донышко красивое. И верх хороший. Вот мои пасочки, 3 дела в этом году. Самая крупная, меньше и средняя. Ну, крупная, то крупная у меня не по 10 сантиметров диаметр пасок, а побольше. Даже самая малая, то сантиметров 15, может, диаметр. Часов на 5 соберу корзиночку, все положу, и муж пойдет в церковь. Тут у нас недалеко. Надо взять еще рушничок. Специальное у меня есть. Накрывать на Пасху этот корзиночку. Вот уточка с яблоками запеклась. Это нарезочка, колбаска, окорочок. Я все по чуть-чуть в одну тарелочку. Рыбки кусочек. И салатик заправлю сейчас сметаной. Еще не выложила я яйца покрашенные. Пасху. Пюре картофельное.